Добрый вечер. В эфире «Вести». Карачаевичев Кейси, в студии Ярослав Чекланов. В преддверии Дня Героев Отечества в наших информационных выпусках мы продолжаем цикл репортажей, посвященных памяти выдающихся земляков Карачаево-Черкесии, удостоенных высоких званий. Урок мужества о доблести героя Советского Союза Харуна Умаровича Богатырева провели в третьей школе Карачаевска, которая и носит его имя. Ахмат Халкечев продолжит. Работа в направлении патриотического воспитания в школе, названной именем героя, организована на довольно высоком уровне. Этому свидетельство рассуждения учащихся о важности исторической памяти, связывающей поколения. Люди, которые тяжелой ценой добыли нашему Отечеству великую победу, безоговорочно заслужили вечную память своих благодарных потомков, уверены школьники. Харун Умарович Богатырев был выдающимся человеком. Он был первым карачаевцем, который был удостоен звания Героя Советского Союза, несмотря на все его ранение, тяжелую судьбу. Именно на фронте он продолжал воевать и старался достать нам победу, за что мы сейчас ему безумно благодарны. У нас чистое небо над головой, и это его заслуга, заслуга всех героев, которые были во время Великой Отечественной войны. Харун Умарович Богатырев был заместителем командира танковой бригады 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. За свои порой невероятные подвиги, помимо Золотой звезды героя, был награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени и орденами Александра Невского, Отечественной войны, Красной звезды и многочисленными медалями. Любой гражданин должен почитать своих героев, так как именно благодаря ним они живут в нынешнем нашем мире. Они должны почитать их подвиги, изучать биографию их. Чисто чтобы даже уважать себя, каждый гражданин должен быть начитанным, знать историю своей страны. Эмиля Казиева продекламировала стихотворение об отважном нашем земляке. В эпиграмме Азамата Суенчева описывается момент, когда легендарный гвардии полковник все же не сумел сдержать накатившую мужскую слезу. Ну а причиной проявления сентиментальности стало письмо матери Харуна Умаровича, находившейся со всем карачаевским народом в то время в ссылке в Средней Азии. Все удивились, когда увидели его в слезах, потому что до этого никогда такого не было. Слова матери тоже принесли ему печаль, но он не сдался и не ушел. В феврале этого года в третьей школе Карачаевска была открыта еще и именная парта гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева. Огромное желание сидеть за особенной партой присутствует у всех учащихся. Но для того, чтобы удостоиться этой чести, школьник обязан соответствовать ряду требований. И это не только хорошая успеваемость, рассказывает учитель истории и обществознания Асият Байрамукова. Допустим, ребенок не потянул математику, то не получилось у него 5. Но характер у него тот, который нам нужен, да? Он честный, не огрызается, воспитан, почитает родителей, да, почитает старших, защищает младших. Почему нельзя ему дать возможность, да? В нем же эти качества должны быть не только отличником, но какие-то человеческие качества. Почему бы нельзя такому ребенку здесь? То есть желательно, чтобы каждую неделю. Да, да. Чтобы у остальных был стимул. Помимо героической судьбы Харуна Богатырева, детей здесь знакомят с именами и остальных наших легендарных земляков. Предать забвению память о героях нашего Отечества сродни предательству, уверены педагоги и учащиеся этой школы. А еще знать историю необходимо для того, чтобы избежать повторения ее трагических страниц, уверены они. Ахмат Халкичев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В региональном отделении «Единой России» отметили жителей республики, которые на протяжении нескольких месяцев оказывают посильную помощь и поддержку участникам специальной военной операции на Украине. Благодарственные письма федерального руководства партии были вручены в том числе участникам акции «Бабушкина забота». Помощь жителей Карачаево-Черкесии позволила передать находящимся сейчас в новых регионах России военнослужащим более 6 тысяч вязаных изделий. Эта акция в нашей республике стала очень популярной. Каждый из нас с первых дней начала специальной военной операции переживает за то, что происходит на территории Украины, за наших солдат, которые участвуют в этой операции. И, конечно же, когда мы узнали о том, что можно принять участие в этом теплом мероприятии, все откликнулись так, как будто бы сделали это для своих детей, внуков, для своих родных и близких. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск.
Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7, а днем до 7 градусов тепла. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, а днем 2-4 градуса выше нуля. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Продолжаем выпуск. Въезд в село Дружба украсила большая арка. Ее установили в память о кади и духовном управлении мусульман Карачаево-Черкесии Ибрагима Хаджи Качиева. Его именем также названа центральная улица Дружбы. Работы по возведению архитектурного сооружения проводятся за счет средств местных благотворителей. Благодаря неравнодушным гражданам, выходцам из этого села успешно реализуется ряд значимых проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры и объектов социального благоустройства. Вы знаете, я не ожидал, что люди так будет относиться к этому сооружению. Есть у нас Эркен Асхат Борисович, житель этого села, который очень любил ради Аллаха нашего имама. У них взаимоотношения были таком на высоком уровне. Он очень помогает, ни рубля не берет к этому сооружению, чтобы оно, вот, как видите, 80% закончилось. Я вам скажу, правительство, министры, замминистры, они просили называть свои имена, то, что они делают ради Аллаха, не хотят, чтобы их озвучивали. Очень многие помогают. Стартовала всероссийская акция «Безопасность детства», которая будет проходить до марта следующего года. И первое мероприятие в рамках акции состоялось в 17-й гимназии Черкесска. Занятие по формированию навыков безопасности слушала и Алла Динаева. Учащихся 5-х, 6-х, 7-х параллельных классов 17-й гимназии Черкесска собрал один общий, интересный и познавательный урок «Формирование навыков безопасного поведения. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций». Преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РГБУ Центра гражданской обороны Наталья Александровна рассказала о средствах индивидуальной защиты, какими они бывают, и на примере показала, как их использовать и в каких случаях. Все остальные пальчики находятся внутри маски. Затем маску надеваем с подбородка и быстрыми движениями натягиваем ее на затылок. Да? Но прежде чем мы надеваем маску, да, мы сначала затаиваем дыхание, задерживаем дыхание, закрываем глазки и быстро надеваем. Потом выдыхаем и открываем глазки. Это занятие детям очень понравилось, и они освоили его хорошо. Выдохнул, глазки открыл, дышишь, нормально дышать? Вот, все, ну все, теперь снимай, так же снизу, так, нет, снизу, так же растягивай. Вот так, все, молодец. А старший преподаватель Центра гражданской обороны Татьяна Булавинцева рассказала школьникам о сигналах гражданской обороны, что необходимо делать в той или иной ситуации, когда они услышали сирену. Куда нужно идти, что нужно включить и что прослушать. Мне понравилось примерять противогаз. Я это первый раз в своей жизни делаю. И я теперь знаю, откуда надо его одевать и как его надо снимать. И что нужно делать перед тем, как одеть противогаз. И ученика 6 А-класса Руслана Хапчаева занятие впечатлило. И он охотно делится знаниями. Закрыть все двери, окна. Это надо сделать очень быстро. А что еще быстро. Помимо еды надо взять? Надо взять документы и спуститься, если в вашем доме есть подвал или бункер, или же цокольный этаж. Надо спуститься туда, там укрываться. Если же нету, то надо выбежать на улицу в противогазе уже, который надо было одеть за 7 секунд. И закрепила свои знания. Что запомнилось? Сирены. Их 4 вида.
я запомнила. Одна из задач нашего государства – это защита населения при чрезвычайной ситуации. Поэтому мы учебно-методическим центром, преподаватели, помимо того, что мы проводим занятия с работающим, да, это по области ГУЧС, повышаем им квалификацию в то или иное направление, мы, конечно, проводим, делаем такую ставку на подрастающее поколение. Ведь очень важно систематически детям напоминать о каких-то основных правилах безопасности. Это очень важно, потому что дети – наше будущее. Конкретно учим ребят, с какой стороны выходить, где эвакуационные выходы, сколько у нас эвакуационных выходов, как правильно себя вести, чтобы не было потом давки, чтобы ребята это знали. Вот просыпаются вот ночью, чтобы разбудили, а они, как отче наш, говорят, в какую сторону надо идти, какие конкретно параллели. Очень нравится, чтобы мы просто несем большую ответственность за детей. Это наше будущее. Понимаете, вот будущее нашей страны. Систематически напоминать правила, закреплять знания, которыми делимся мы и учителя на уроках ОБЖ в школе. Все это делается для того, чтобы дети хорошо усвоили уроки безопасности. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесское отделение Народного фронта совместно с КЧГУ имени Умара Алиева провели мастер-класс по рисованию акварелью для школьников. Данное мероприятие было проведено в рамках Международного дня акварели. В мастер-классе приняли участие учащиеся средней общеобразовательной школы номер 1 Карачаевска. Подробнее расскажет Александр Лепшоков. Общероссийский народный фронт ежегодно отмечает День акварели. В этот раз в мастер-классе принимают участие ученики 7 класса средней общеобразовательной школы номер 1 Карачаевска. Доцент кафедры рисунка Института культуры и искусств КЧГУ Наталья Баташева вместе со студентами показали школьникам, как правильно перенести яркие краски различных предметов на лист бумаги и раскрасить акварелью. Традиционно мы проводим этот день каждый год, ведь это Всероссийский день акварели, со студентами города Карачаевска, города Черкесска, Сиднячук. Мы обычно проводим это мероприятие, рисуем. Картины иногда мы отдаем на благотворительность. Иногда отвозим детям в детские сады. Работы, выполненные акварелью, требуют бережного отношения, поскольку краска очень чутко реагирует на свет и может выцвести. Школьники с особым интересом слушали преподавателей и студентов и предлагали свои идеи, старались изображать свои мысли на бумаге. Мне достаточно сильно нравится рисовать. Это как бы ты можешь выплеснуть все свои эмоции на рисунке и потом увидеть, что из них получилось. Профессионально, когда я рисую, это первый раз. А когда просто рисую, уже не первый раз. Преподаватель отмечает, что подобные мастер-классы позволяют детям раскрыть навыки рисования акварельными красками. В технике акварели работали такие известные художники, как Альбрехт Дюрер, Пол Сентми, Уильям Блейк, Петр Соколов. Многие рисунки получились очень даже яркими и красочными. Дети первый раз пришли, я не часто преподаю мастер-классы, но тем не менее могу сказать, что у детей все получается. Главное, получается у них быстро и грамотно и правильно все, как я сказала. У нас недавно тоже были мастер-классы свои в рамках научного форума. Тоже дети работали. Ну, надо постараться теперь каждый год проводить эти мастер-классы. По-моему, очень интересно даже со студентами и приглашать детей с других школ. Виден интерес у детей к рисованию. И по завершению мастер-класса все работы пойдут на благотворительность, заверили представители молодежки ОНФ по республике. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» продолжается прием граждан. Желающие могут обращаться до конца недели по всем вопросам по адресу Черкесск, Ленина, 154, с 10 до 13.00 или по номеру телефона 20 12 12. Это все вести, а прямо сейчас смотрите «Тайны следствия».